Несмотря на наступившие холода, жители нового микрорайона Мираз до сих пор остаются без газа. Около 40 домов вынуждены выходить из положения тем, что отапливают свои жилища обогревателями, что весьма недешево, или газовыми баллонами. Проект по газификации микрорайона Мираз начали реализовывать весной этого года. Уже в августе его обещали завершить. Но неизвестный подрядчик коммуникации не доделал и исчез. После обращения людей в разные инстанции им предложили два варианта решения проблемы. Позавчера мы начальнику это ЧХК был, Касымбеков, что ли. Он говорит, да вот занимаемся, она МНО. И говорит, там два варианта они сказали. Один вариант 48 миллионов, другой вариант, говорит, 500 метров положить трубу, говорит, и соединить вон. А где, мы ничего не знаем. Они еще до конца не зашли. Потом Газтрансаймак был, они говорят, вот, тоже такое дело, они ссылают за деньги. Не поймешь, края нет.